Roman Vaščuk. Nech sa páči. Здравствуйте, Алина. Это большая привилегия, на самом деле, быть здесь. Я буду часто просить вас петь со мной, а многие говорят на русском, да, насколько я понимаю, здесь почти все, правда? Хорошо, и начнем с песни, которая называется «Чистая любовь». Верная любовь ищет нас с тобой, чтобы краски мира нам с тобой отдать. Звезд далеких свет, радость долгих лет. Все для нас, ведь сердце без любви не будет биться, и дожди не будут биться, будут двери все закрыты, и земля сойдет с орбиты, будут чистыми страницы, и дожди не будут биться, будут двери все закрыты, и земля сойдет с орбиты. Свет погаснет в наших окнах, каждый станет одиноким без любви. Без любви, без любви небольшой и даже летом будет стужа, море станет просто лужей без нее. Без любви не будет биться, и дожди не будут литься, будут двери все закрыты, и земля сойдет с орбиты, будут чистыми страницы, и дожди не будут литься, будут двери все закрыты, и земля сойдет с орбиты, будут двери все закрыты. Сойдет с орбиты. Шар земной. Бог, Он творец всего, что связано с любовью. Он создал нас, и этот мир, благодаря Его любви, может быть спасенным. Вы знаете об этом? Это моя жена, это мой ребенок, это Милана, это дочка. Да, и она стоит и танцует, если вы заметили, она здесь танцевала, стояла всю песню со мной. И сейчас я хочу исполнить песню, которая называется «История». Да, это история о том, как Иисус пришел на эту землю. И это самая главная история, которая случилась на этой планете Земля. Среди пороха новостей, среди тысяч всех историй, есть одна, то, что всех важней. Кто-то верит, а кто-то нет, кто-то смотрит прямо в небо, спустился с небес к людям Божий Сын. Он воскрес. Кто-то слышит, а кто-то нет, кто-то вырвал ту страницу, но проходит за годом год. Время нам не остановить, с каждым мигом ближе небо. Он стоит у дверей и ждет. У той истории нет конца. Я слышу эхо ее.
спустился с небес к людям Божий Сын, поднялся на крест. За наши грехи умер, но в третий день Он воскрес. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь, жизнь вечную. За наши грехи умер, но в третий день Он воскрес. Вот такая вот история. Спасибо, Илана. Спасибо. Всего три слова. Понимаете меня или нет? А понимаете слова «я тебя люблю»? Все понимают «я тебя люблю». Окей. Мы будем петь вместе. Приготовьте свои голоса. А можете придать «я тебя люблю». Да, там будет всего три слова «я тебя люблю». «Я тебя люблю», и мы все вместе будем петь. Хорошо? Окей, поехали. Видео. Я напишу тебе письмо, мне будет очень мало слов, мало слов. Не поэт, но ты знаешь мой секрет, мой секрет. Письме отправлю лето и запахи букетов свежих роз, свежих роз. А вместо фото новых и очень важных слов для тебя всего три слова я тебя люблю. Снова я тебя люблю, опять и снова я тебя люблю. Я тебя люблю, я тебя люблю. А если что-то не поймешь, тебе расскажут летний дождь, летний дождь. Ты прочитаешь между слов и по слогам мою любовь. Песня отправлю лето и запахи букета свежих роз, свежих роз. Там вместо фото новых и очень важных слов для тебя всего три слова я тебя люблю. Короткие слова я тебя люблю. Снова я тебя люблю, я тебя люблю.